Всем привет, с вами Ночшарк, и это уже четвертая часть прохождения карты под названием Пила, где он стоит, его бывшая девушка Аня. Ну, мы начнем проходить эту четвертую часть. Кнопочка. И чё? Ау! Давай решай уже быстро. Я тут подумал, у него подарили лучше нет. А я была слишком грубая, не удивлена, нужна. Все из-за меня. Я хочу, чтобы ты был жив. Напили. Ого! Не в каждый день такой видишь. Да конечно, ты же один живешь. Ну и чё? Она по-любому выбрала жить. Даже это по сюжету. И. Ну и дальше. Ау! Ау! Что это за фигня? О, она выбрала смерть, да? Ну и? Давай уже быстрее, думаю. Короче, так немного повозились, оказалось неправильно, нужно было, чтобы он выбрал смерть. После он, короче, выбрал смерть, и я упал сюда. Ладно, начать дальше. О, так, и... Да блин. Во, все, блин, лень, все равно устать, ну ладно. Шо? Это шо? А почему? Медлительность. Ай, ё-моё, трудно видно, ты чё за? Так. Ну, блин, что делать-то надо? Друзья, мы продолжаем. Честно говоря, я так немножко считерю, я сломал эту дверь. Просто я не понял, как так дальше проходить, то что что-то не работало. Очень плохо работает. Дорогие друзья, я прошел это испытание. Честно говоря, это был просто ужас. А печеньки вон тому продавца я нашел. Ну что ж, продолжаем. И что же у нас дальше? О, не могу поверить, что ты прошел все мои испытания. Ты меня недооценил. Теперь вот черед применить. Что ты думаешь? Нет. Активирую пулемет добро. Прикольный пулемет. Значит, курок. О. Первое. Прощание. Вы можете связаться со мной в ВК, просить другие мои обновления. Важно, если вы не снимете изображение, обязательно покажите мне, скорее всего, я на вас подпишусь в YouTube или ВКонтакте. Ок. О картах вы можете узнать в следующем диалоге. А, да. Карта прохождения 1/6, очень карта побег из зомби. Это моя следующая будет прохождение, я знаю его. Да, дорогие друзья, я его скоро сниму, следующее прохождение насчет этого. Обратиться. Спасибо, что... Спасибо! Да уж. Ничего. Прощание. Ну вот, подошла к концу карта Пила 8. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы не попадали в лаги и не включали креатив при прохождении.
Ну как сказать, не включали креатив? Ну, знаете, остальные диалоги справа. Ну мы знаем, но просто не можем. В общем так, дорогие друзья, это было прохождение карты под названием Пила 8. Всем спасибо за внимание. Кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Кому стало интересно, скачивайте эту карту. Я дам ссылку под видео. Всем спасибо. Всем спасибо, кто смотрел. Удачи всем и до свидания. Пока.